Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Юджин Плей. Сегодня мы будем продолжать играть в Thunder Tier 1. Кто не видел предыдущую серию, обязательно посмотрите. А пока усаживайтесь поудобней. Продолжаем. Мы прошли уже 89%. То есть, по сути, это, скорее всего, уже финал. Так как одна операция составляет 11%. Как-то так, первая вроде была 12%. Вот. Операция будет называться «Черная костяшка». Что у нас тут? Найдите ОМП, ликвидируйте все вражеские цели. Это первая, главная цель. Задание. Проникните на базу, найдите и отметьте ОМП, нейтрализуйте все вражеские силы. То есть, ребята, это будет полный кобздец, поддержки никакой. То есть у нас есть зона высадки. Генератор и какой-то главный вход. А, он просто так написался. Главный вход. То есть мы отрубаем генератор и, скорее всего, будем шуровать где-то в подвале. Ну, давайте проверим, где наша не пропадала. Также на канале вышла, ребята, игра Квест. Такая она. Ну... яркая, красочная и весьма интересная. Кто любит хотя бы чуть-чуть головой подумать, посмотрите, очень она интересненькая. Так, а мы же продолжаем. Стоп. Надо вот так вот. Вот. Так, давайте выкидывайте нас, чтобы не понять, где мы. Вот, днем это хорошо. Не люблю я ночью. Так, идем по тропинке. И это уже база. База, блядь, большая. Защита. Найдите ОМП, зачистите базу. А чё нам пропадать? Нам главное какой-нибудь бы домик засесть и как начать их хуярить. Пойдемте. Сперва, конечно, с пистолетом. Ну а потом... может быть... да не может быть, а переключимся, это точно. Обнаружены враги на вышках. А как быть я? А, я думал, они только... все. Who is that? All units, this is Thunder One. We have been spotted out. I got you. А чё вы молчите? Всё, открыть огонь. Всё. Блять, это я застрял там вообще. Попадаю, не попадаю. Вот. Надо чуть-чуть вот мне вот сюда выйти. Не торопи, ну куда ты побежал-то, блядь? Подождите, сказали же зачистить базу. Чё, куда вы, я не знаю? Торопитесь-то, блядь. Приказа не было, всё. Так. Сейчас потихонечку все разберемся. Да куда ты, блядь, кинул-то? Нахуй ты так делаешь-то? Зря он сюда залез. Очень-очень-очень зря. Мне их там и не видно, вот они где-то. Где-то засел вот он. О! Стоп. Не торопимся, не торопимся. Да, блядь, да не кидай ты. Надо... надо в дом зайти вот сюда. Все. Угу, где-то рядом. На, он... он не то чтобы рядом, он... над нами, нахуй. Стойте.
Давайте зайдем сюда. Стойте, стойте, стойте. Дайте проверить. Че, мы полбазы, что ли, убили? Да ну нахуй, не может быть. Это остались два на вышках. Не, не может быть. Ну что это? Защита. Подождите, там еще же на вышках сидят. Вон он там где-то должен. И где-то... Давайте мы уж его... Зачистить базу, все? В смысле? В смысле, блядь? А теперь куда? Найти ОМП. А вот какой-то подвальчик, стоп. Как-то я сразу в первое здание зашел. И... Что, нашел, что ли? Отразить? А, отразить контратаку. Ну, понятно, понятно. Как залезть-то? Блять, тут еще один, думаю, что не лезет? Вот. Ядрить, колотить, нахуй. Ёбаный стыд, зря нахуй вышел. Ебать колотить. А ну-ка давайте-ка, ребята, проверим. То есть если мы нажмем перезапуск, это будет полностью перезапуск миссии. А мы нажмем главное меню и возобновить. Последняя операция, она же не может быть, блядь. Во-первых, открыть огонь, во-вторых, двигаться к точке. Последняя операция, она же не может, ребята, быть легкой. То есть тут надо что-то такое вот именно. А если... Подождите, стой. А если мы все здесь побудем? Это же точно такой же домик. Что тут такого? Стреляйте, стреляйте, я же дал команду стрелять, ёбаный в рот. Отразить, ну попробуй что отрази ее. Лечить. Так, все. Бежим, ребята, бежим, бежим, бежим. Нам надо... Так, ребята, бежим, бежим наверх. Здесь что у нас? Комнатка, не комнатка. Окно есть. Давайте здесь тогда и посидим в укрытии. Я его отсюда смогу снять, нет? А, вот, пробивает. Надо присесть, вы чё? Эх, не успел я тебя спасти, корешок, прости, прости. Так, ну пока мне здесь точка нравится, если я еще вот... О, вот так. Ты куда ушел? Ну-ка нахуй сюда все. Ты чё ушел-то? Умочка, блядь. Любой ценой, все. Любой ценой, ребята, удерживаем. Финальная миссия, надо. Я тебе там, сука, хелп тебе сейчас сделаю.
Держимся, ребята, держимся. Ток-ток-ток-ток. Хорошо вот этот РПД, он простреливает. Сейчас тебе помогу, помогу. Как тебя зовут? Крушила. Крушила, блядь. Вот это, знаете, как... Вот их назвали, как это... Румяный, Крушила, как раньше, блядь, в карте. В дураке. Бывал и прочее. Так, ну, это раньше, не знаю, сейчас-то есть, нет. Такое... Так, так, потихоньку, потихоньку, не торопимся. Перезаряжу. Двое бегает. Пока карту смотреть не буду, посмотрю. Хм. Я что-то слышу. Конечно, слышу, вон он эти поддоны кидает. Ходит, блядь. Ну выйдите сюда. Раз. А где второй твой дружок-корешок? А? Ну-ка выходи-ка. Выходи. Мы не кусаемся. Мы просто убьем и все. Точно в доме он ходит. Крыши-то здесь нету, это же тент. Просто тент натянутый. Куда ты, куда? Ну-ка нахуй сюда назад. Ну дебил. Ну ты дебил, блядь, сказал же сидеть здесь. Куда пошел? Я, блядь, кому сказал сюда? Иди вот здесь и стой, все. Смотрите, блядь, вот... Фу, не слушается приказа. Как же тебе приказать, чтобы ты, блядь, стоял? Он же ее охранять-то меня не будет. Не защитит же. Не беги. Просто постой. Просто постой. Так. Так, так, фу, блядь. Ну-ка, давайте по-быстренькому. Два штуки их осталось, да? Вот они вокруг домика-то ходят. Ходят, а сюда подняться боятся, да? В смысле? Второй упал все-таки? Все? Все что ли? Так, стоп, 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 стоп. Да ну на. Враги не обнаружены, территория зачищена. Отличная работа, Гром-1. Отправлен транспорт эвакуации инженеров для захвата объекта. Конец связи. Все, ребята, это конец. На все про все 11 минут. 38 секунд, ну плюс там водная вся эта. Ну это же конец. Что еще? Так, и? Ну хотя бы титры должны быть. Так, так. А, во. Давайте посмотрим.
Few will ever know what you achieved here. Without their leader, without their chemical weapons, Saber is crumbling. The country Страна rejoices. Ликует. If they knew the truth, they would call you heroes. But that is not your part. Ну, это уже не ваше дело. Все, все данные удалены. To watch and to wait. The danger here may be over, but across the globe, new threats have already begun to emerge. Somewhere a storm is gathering, but wherever our enemies strike, thunder will answer the call. Гром ответит на призыв. Все, титры, да? Да, все. Ну что я могу, ребята, сказать? Вообще игра довольно-таки неплохая. Есть небольшие косячки, тоже камера вот эта, ну такое. Но в любом случае я бы поставил этой игре 9 из 10. То есть она достаточно интересная. Можно поиграть в коопе, пожалуйста. И она мне напомнила игру Recruits. Та была в раннем доступе. Много косяков и прочего, но суть она тоже была хорошая. И вот эта только а вот эта игра, это вот, это можно сказать та же самая, только в доделанной версии. Вот так вот. Вот. Если вы что-нибудь наподобие такого играли, посоветуйте мне в комментариях. Я тоже бы, потому что я любитель в такое посидеть. Ну а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. До новых встреч, друзья. Пока-пока.